продолжаем издеваться над рюкзаком. Сейчас проверим, насколько он водонепроницаемый. Напомню, здесь две пачки бумаги. Сейчас проверим, намокнут они или нет. Рискую. Вот. Собственно, проверяем, как вы, если попадете под открытый дождь. Интересно, да? И мне интересно. Вот, собственно, мокро. Мокро. И теперь открываем. Здесь все сухо. Есть защитная ткань. И она сухая. То есть, в принципе, рюкзак под хорошим проливным дождем поверхность намокнет, но внутри все останется сухим. В случае, если вы, конечно, будете длительное время находиться под дождем, то оно, конечно же, намокнет все. Так. Сейчас проверим, как он будет.